Рейс в город Сочи стал счастливым для Анны Лапшиной. Девушка округлила число пассажиров ульяновского аэропорта до 500 000. О своей удаче она узнала на стойке регистрации. После оформления документов заиграла праздничная музыка. Последовали слова поздравления. Восторг переплелся с удивлением. Передать невозможно, потому что неожиданные. Такое количество подарков. Спасибо большое за такой теплый прием. Такое рекордное число пассажиров. Статистика только этого года. Число перевозок удвоилось по сравнению с 2020-м. Для руководства знаковое событие стало своеобразным переходом в высшую лигу. А значит, и подарок счастливице полагается под стать. Получилось так, что 50-точный пассажир, он был не один, а с семьей летел. Поэтому на всю семью это бесплатное обслуживание в нашем вип-зале на целый год. Успех аэропорта имени Карамзина – результат работы по развитию маршрутной сети. Кроме того, это постоянная модернизация, новые взлетные полосы, комфортные условия в зале ожидания, улучшение инфраструктуры в целом. Это стало возможным благодаря системным мерам по развитию транспортной инфраструктуры. У нас практически новая взлетно-посадочная полоса, вся инфраструктура аэродрома новая. Построено современное удобное здание аэровокзала. И сейчас ульяновцы могут летать в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Симферополь и за рубеж, это Турция и Египет. Губернатором Алексеем Русских поставлена задача увеличить список городов, куда могли бы летать ульяновцы. Сейчас Министерство транспорта проводит необходимую аналитику. В основном она формируется из потребностей людей. Куда чаще летают, куда хотели бы полететь, но на данный момент не могут. Последнее слово по расширению дорожной карты за правительством Ульяновской области. Александра Никитина, Управда ТВ.